28 июля по благословению святейшего патриарха Кирилла в каждом храме Ульяновской области прозвучал колокольный звон. Вот уже несколько лет подряд, в день, когда Русская Православная Церковь вспоминает день князя Владимира Равноапостольного, в наших храмах проходит акция «Волна колокольного звона», когда в полдень, в 12 часов, во всех храмах Российской Федерации совершается колокольный звон. Нашей съемочной группе разрешили подняться на колокольню под самый купол Спасо-Вознесенского собора и увидеть воочию, как звонят колокола. В колокольне на верхнем ярусе нас встретил звонарь Инок Арсений. Вот уже более 30 лет он служит при храмах. Колокольный звон очень благотворно, хорошо влияет на человека. Не только духовно, но и физически. А вы звонарем давно работаете? Так получилось по милости Божией периодически. Ну так, мне это дело нравится, конечно. А вот что важно, когда звонишь? Наверное, любить Бога. Нас окружали крутобокие, тускло поблескивающие золотом, похожие на шлемы былинных богатырей, колокола. Осталось всего несколько секунд, и волна колокольного звона пронесется по всему Ульяновску и по всей России. Колокола словно ожили. Своим разноголосым мелодичным звоном они словно запели, неся на нашу грешную землю благодать Божию. Звонарь легко, без малейших усилий, управлял колоколами, держа их за веревки, привязанные к колокольным языкам. Скажу откровенно, эта красота звука несравнима ни с чем. А когда ты его слышишь с высоты птичьего полета, и перед тобой блестят золотом купола собора, с другой стороны, как на ладони, утопает в зелени город, тебя переполняют самые теплые чувства ко всему, что ты видишь. И вот настала очередь самого большого колокола. Он громко пробасил в ответ своим меньшим собратьям. Его вес 6 тонн. Он находится на нижнем ярусе звонницы. Под чутким руководством звонаря его снова перебили колокола поменьше. Праздничный благовест звучал в течение 15 минут. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.